вопрос, правда или детская выдумка? Скептик Витя уверен, пожилой мужчина в красном кафтане – переодетый актер. А вот его подруга Маша настаивает – дедушка настоящий, родом из сказки. Маша утверждает, что вы настоящий волшебный Дед Мороз. Конечно. В таком случае вам полагается настоящая волшебная Снегурочка. Где она? Снегурочка в плену у Кощея Бессмертного. Задача ребят – вызволить внучку волшебника до того, как часы пробьют полночь. В лучших традициях русских сказок герои отправляются на поиски Снегурочки в заколдованный лес. Тревога! Тревога! Кто-то в наш лес пробрался! Сигнализация сработала! Кто это мог пробраться, а? Сейчас посмотрим. Эники, Бенники, Метелки, Финики! На пути Маша и Витя преодолевают самые разные преграды. Им встречается и Баба-Яга, и Леший, и Яблонька с ядовитыми плодами. Сказка для самых маленьких пришлась по душе даже взрослым гостям. Отличное настроение, очень весело. А представление как вам? Хорошее. Очень ребенку нравится, вот, не уходит. Весело, задорно. Мне кажется, для деток самое то. Нравится, но Баба-Яга страшная очень. Человек переживает, что съедят кого-нибудь. Представление для маленьких зрителей устроили и во Дворце культуры «Родина». Здесь детям показали интерактивный спектакль «Новогодний переполох». Каждый Новый год король Веселун, Шалун и Грун-25 собирает в своем дворце героев всех сказок мира. Ведь именно в его имении хранятся волшебные часы, заводя которые Новый год сменяет старый. Но вместо пышного торжества в канун Нового года в королевстве случается настоящий переполох. Я взволнована, я рассержена. Король не пригласил меня на праздник, не я, саму снежную королеву. Яркие костюмы, музыка и песни, дети и взрослые наблюдают за развитием событий от начала до самого конца. А в конце представления каждому маленькому гостю вручили сладкий подарок.